Привет! С вами Таня, и сегодня я помогаю бабушке и поливаю цветочки. Шпалере есть, смотри. Вон на шпалере, смотри, какие красивые. Как оно называется? Кидил. Дерево большое, его можно не поливать, но бабушки куча пионов, а куча ромашек. Они уже отцвели. Ну конечно, чтобы не засохли. Ну, давай, давай, ромашки. Всем пока, с вами была Таня и канал Лето у бабушки. Следите за моей жизнью и должны быть много нового.